Просимо у нас в гостях сегодня сегодняшняя пара, специальный гость, это Ольга Погодина Кузьмина. Это автор книги, друзья. Фотограф, выпускаем и видим. Всего прочего. Друзья, спасибо вам, что вы пришли. Мы вас очень ждали. Друзья, ждали? Конечно. Так вот, труд каждого человека, который принимал участие в создании этого проекта, невозможно переоценить. Отдельно хотелось бы отметить работу команды фильма с брендом «Владимир Михайлов». Владимир Михайлов – художник-камнерез православных образов и символов, работающий с благословения церкви с 1983 года. Он создал специальный кулон-подвес и выделил ряд изделий из ювелирной коллекции «Владимир Михайлов», которые представлены на официальном сайте фильма /shop. Слово предоставляется Григорию Сосадко, совладельцу салонов «Галерея Михайлов. Русское ювелирное искусство». Прошу вас. Друзья, Григорий Сосанко. Здравствуйте. Я хочу поздравить всю команду фильма и вас лично с премьерой в Санкт-Петербурге. Это большая честь для нашей компании, что мы являемся партнерами этого фильма. Тут Владимир, вдохновившись сюжетом, создал специальные изделия. Это подвеска с образом Божьей Матери Державная. И я хотел первый авторский экземпляр подарить вам, Дмитрий. Спасибо. Поздравляю. Спасибо большое, Григорий. Слово предоставляется Ольге Погодиной Кузьминой. Правильно все сказал? Дорогие друзья, ну вы уже нетерпение, понятно. Сейчас мы начнем, вы увидите этот фильм. Работали мы над ним много. Вложили всю душу, Дмитрий здесь предстает в самой неожиданной ипостаси, и я передаю слово любимцу публики, самому ожидаемому артисту и герою самого ожидаемого фильма, Дмитрию Силану. Я, во-первых, конечно, в трепетном таком нахожусь моменте сейчас, потому что качество, которым, возможно, предстаю сегодня здесь, оно новое. И требующая, наверное, даже помимо работы замечательнейшей команды, просто невероятной. Спасибо большое за эту историю, Оля, потому что она несет, как я считаю, принесла лично мне, а сегодня, возможно, принесет и вам. Очень на это надеемся. Хотим, чтобы вас это взбудоражило, возможно. И все-таки вам необходимо немного отсоединиться от, возможно, какого-то стереотипа, возможно, от меня, сидящего в красном кресле, и посмотреть на эту историю через доброе стекло, потому что есть два стекла, знаете, стеклышки. Берешь и смотришь на мир, да? Одно доброе, другое злое. И вот произвести некую работу над этим, отсоединиться и посмотреть на это со стороны. Что касаемо вообще этой истории, то она основана на реальных событиях, с художественным все-таки вымыслом и о двух временах, которые пересекаются в одном человеке. Нет, не в одном все-таки. Светлана, да и вообще все герои, они реинкарнируются как бы, да, в своих родственниках в сегодняшнем дне. И через эту историю мне бы очень хотелось, чтобы мы почувствовали, вы почувствовали, так же, как это сделали мы на съемочной площадке, всю детальность существования и жизни 100 лет назад. Представляете, -100 лет, а какая колоссальная разница. И это я почувствовал в момент съемок. Это персонажи не из книг, это не родители нам про них рассказывали, какие-то абстрактные люди, да? Абстрактный император,
казалось бы, да, кто-то может подумать, но погружаясь туда, ты понимаешь, что это люди такие же, как вот вы. Да, только вместо мобильного телефона они держали в руках оружие холодное, да, и... Девушки держали бальную книжку, в которой записывали имена кавалеров, так что вы увидите бал очень красивый. Прекрасные костюмы, которые делали художники. Александр Васильев был консультантом, ну все же его знают, да, модный приговор. Я думаю, что обстановка романтическая должна повлиять на нас всех. Я желаю, чтобы в жизни каждого, каждой девушки было больше романтики, любви, счастья, вот так вот. Ура, друзья! Я еще буквально 2 секунды. Мне бы очень хотелось еще раз подчеркнуть характер этого фильма. Я его не видел целиком. Я видел предпоказ. Это был еще не до конца сделанный фильм с прерыванием на паузы 10-минутные. Вот. Но сама атмосфера, она... как хотели и режиссер, да, и продюсер, и, судя по всему, создатель, так сказать, этой истории, Оля, сделать историю в разрез, так сказать, всем трагическим картинам, которые могли бы выйти про этот период, да, потому что весна, потому что хотелось и хочется радоваться. У нас не так много поводов последние года полтора-два для того, чтобы... смотреть на жизнь легче. И очень хотелось бы, чтобы вы уходили с ощущением легкости. И если, может быть, возможно, хочется надеяться, с какими-то добрыми, да, мыслями, потому что весна. Поэтому это осознанный подход, насколько я понимаю, и осознанный подход вот к жанру. В аннотации написано... драма, да? Но все-таки романтичная и очень светлая, как мне кажется. Спасибо большое, я очень вас обнимаю. Обнимашечки, в общем. Спасибо большое за такую речь, очень глубокая, благодарю вас. Итак, и сейчас у нас начинается фотосессия, и, естественно, вот автограф-сессия. Прошу вас, Дмитрий, сюда. Вы поняли, почему в тренде Дима сейчас? Да он на лабутена, господи, видите, в красной обуви пришел. Ну просто, у нас хит просто здесь, в Петербурге. Вы с ума сошли? В красной обуви, это значит, сейчас у нас все парни в Петербурге ходят в красной обуви. Послушайте, ну я, конечно, как бы сказать, иронизирую, да? Ну ладно, хорошо. Да. Сейчас у нас с вами ознакомились уже с правилами, что у нас автограф-сессия длится как бы по часовой стрелке проходит, то есть вот здесь вот вы заходите и выходите в противоположной стороне. Включайте все свои телефоны, разблокируйте, включайте камеру, чтобы не тратить время попусту. Ребята,
Спасибо большое. За вашу искренность. Тихо сейчас. Так, втроем, кто сначала хочет, у кого втроем? У вас втроем? Я вас всех втроем, да. Я забыл, что все фотографии, которые сегодня будут сделаны нашими фотографами, вы можете забрать в нашей официальной группе ВКонтакте Cinema Park. Кто-нибудь может процесс этот ускорять? Cinema Park. Все поняли?
сфотографироваться, а? Давай, попроси, пожалуйста. Не тратил время на рост. Ты так долго стоять будешь, Настя.
Спасибо. Какие вы крутые, а? И поцеловать. А сфотографироваться, Дим, можешь? Настя, быстрее. Чего это я себя фотографирую? На, фотографируйся быстрее. Я вот себя фотографирую. Как это ужасно. Спасибо. Друзья, если с вами готовы, камеры, пожалуйста. Те, кто уже сделали свои фотографии, можно я попросить вас уже? Я сейчас хочу фотографировать. Можно еще на книжке? Я стояла за этой девушкой, она уже шла с ребенком. Страдает.